битве отрядов у вас будет шанс получить кибер-авиапосылку вместо обычной. Она похожа на защитную авиапосылку, но появляется в виде прозрачной коробки, которая затем медленно материализуется. Осторожно, пока она прозрачна, сквозь нее могут пролетать пули. Открыв ее, вы получите оружие и кибербаллы, с помощью которых можно купить скрытые и эксклюзивные предметы в магазине БО. Не забудьте поймать кибер-авиапосылку в следующей битве отрядов.